Слушай, она говорит, сережку тоже отмалировали, сам себе покупает. И зимние покупала, летние. Сейчас домой, говорит, ехать кроссовки купил. Но еще машина, говорит, ломается, запчасти на свои деньги покупает. Я говорю, вот ничего себе, а? Ну ладно, ты уж никому не рассказывайте, скажите. Все водители так, что ли? Так я не пойму, деньги вам к 23-му собирали, куда их? Ну там я смотрю, эти Тольятти, 225 этих. Как там один внедорожник, остальные Нивы, что ли, отправляют. А у вас есть такая? У вас вообще ничего нету, да? Ну хоть бы отсюда не убирали у вас подольше, да? Ну, не уберут, да на первую линию-то хоть. Ой, хоть бы надо молиться, чтобы не убрали здесь поначалу, все равно, да?